10 долларов или 300 рублей, не меньше. Столько должна стоить бутылка водки или другого крепкого алкоголя в нашей стране, по мнению главного санитарного врача Геннадия Онищенко. Избавить страну от алкогольной зависимости власти пытаются давно, но пока не слишком успешно. По мнению главы Роспотребнадзора, повышение цены на 40-градусную сделает ее менее доступной для населения и, вероятно, принесет свои плоды в борьбе за здоровье нации. Также помочь в искоренении вредной привычки может снижение временной и географической доступности алкоголя, считает Онищенко. Однако подобные меры в отношении такого популярного продукта могут стать весьма непопулярными в народе. Так, опрос на сайте российского информационного агентства «Новости» показывает, платить за водку больше 300 рублей готовы чуть более 7% опрошенных. Правда, необходимо отметить, что около 40% ответили, что водку они не пьют и ее цена их не беспокоит.